Александр Кальянов несколько лет работал в коллективе Аллы Пугачевой. Именно она одна из первых сообщила о том, что близкого друга не стало. Сегодня тело Александра Кальянова было решено кремировать, а затем захоронить на одном из московских кладбищ. В храм Иоанна Предтечи на Хованском кладбище пришли не только друзья и коллеги музыканта, но и многие поклонники, которые с середины 80-х годов следили за его творчеством. Среди звезд были замечены Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник и Диана Гурцкая. Вот что рассказала Гурцкая. «Он всегда помогал всем. Я помню его хорошие отношения. Никогда ничего не забудется. Его доброта, чуткость. К сожалению, такие люди уходят, но остаются в наших сердцах». Алла Пугачева приехала сразу к крематорию, пропустив отпевание. Сопровождал ее супруг Максим Галкин. Действительно, творческой биографии Кальянов обязан певице и композитору. Прощаясь с другом, еле сдерживал слезы Игорь Николаев. Когда-то их троица, Николаев, Пугачева, Кальянов, была неразлучна. Он называл нас мама и папа в музыке, признался Николаев. Действительно, творческой биографии Кальянов обязан певице и композитору. Об этом сам Александр много раз признавался в интервью. Примадонна несколько раз убеждала музыканта, что у него есть все задатки, чтобы стать артистом. А Николаев в середине 80-х написал для друга целый альбом, в котором были одни лишь хиты. Кальянов прославился не только как талантливый исполнитель, но и звукорежиссер, основав одну из первых студий звукозаписи в Москве, где записывались поп-артисты советского периода. Журналист Михаил Садчиков отмечал, что Александр имел отношение к записи 90% хитов 80-х годов, которые звучали на радио и транслировались по телевидению. Напомню, Александр Кальянов родился в Унече, окончил местную школу, а после вуза успел поработать радиоинженером на Брянском заводе полупроводниковых приборов. Похоронили Александра Кальянова на Хованском кладбище. Причиной смерти 73-летнего музыканта назвали онкологию, с которой он боролся последние 3 года. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.